Я могу сказать так. Страна, которая плюет в свое прошлое, не имеет будущего. Вот тезис, которого я придерживаюсь, и это доказывает лишний раз история. Всегда. История всех обществ и государств. Некоторым странам специально переписывают историю извне. Вот, к сожалению, не избежала этого и Российская Федерация, когда нам сознательно навязывался и навязывается комплекс вины за наше якобы ужасное прошлое. Это делает сознательно, чтобы, во-первых, так сказать, пересмотреть итоги Второй мировой войны, для того, чтобы, возможно, предъявить к Российской Федерации какие-то определенные претензии территориального характера, финансового характера. Вот, для того, чтобы здесь всем, кто живет, сказать, что нет у вас истории и так далее. Это антироссийская политика. Вот я вам так хочу сказать.